вместе с вами. Здравствуйте, лебедки! Здравствуйте, красотки! Здравствуйте, ребята, молодцы! Веселые удальцы! Здравствуй, праздник, фестиваль! Купала в золотолёбке! Для приветственной речи мы хотим пригласить к микрофону губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко! Здесь праздник традиционной славянской, я бы сказал, русской культуры. Тем более, что проходит этот праздник на исторической земле, на Золотаревке. Здесь буквально совершенно недалеко уникальный памятник 13 века, Золотаревское городище. Наверное, символично, что недалеко от этого исторического памятника проходит этот фестиваль. Фестиваль Купала. Тем более, что здесь мы видим и представлена богатая палитра различных ремесел, различных традиционных, скажем так, игровых забав, которые были свойственны для славян, для русского народа. Все это служит сохранению наших корней, наших традиций. Я думаю, что такие фестивали нужны, и думаю, что этот фестиваль тоже здесь, на нашей пензенской земле, будет благополучно жить и развиваться. С праздником вас! Хорошо вам отдохнуть! Спасибо, Олег Владимирович! Четвертый межрегиональный фестиваль «Купала в Золотаревке» объявляется открытым! Впечатления у меня самые теплые, если честно. Я первый раз на этом фестивале и в очередной раз для себя поняла, что вот чем больше таких пространств и площадок, незаорганизованных, безусловностей, да, то, наверное, это правильно. На разный вкус, на разные восприятия, на разный возраст. То есть возможность для выбора – это всегда самое приятное. Вот первое, что меня поразило, когда я приехала, я посмотрела на лица людей. Вы посмотрите, какое удовольствие у людей на лицах. Природа, понимаете, водоем, зелено все, атмосферно. Вот столько здесь представлено произведений ремесленных, так вот, рукотворных вещей, да? То, что мы с вами никогда не увидим в магазине, мы это не пощупаем. Все хочется, все очень вкусное. И я думаю, что когда сейчас еще начнется музыкальная часть этого фестиваля, то настроение еще на градус повысится, и люди тут зарядятся оптимизмом, бодростью на новую рабочую неделю. До следующего праздника, до следующего фестиваля. Рекой, а навстречу машет девушка рукой.
Сергеевич организовывала очень удивительный фестиваль «Купала в Золотаревке». Он проходит уже в четвертый раз, но сегодняшний праздник, вот я как организатор могу сказать, что он удался на 100%. Это мощная энергетика праздника уже началась с момента подготовки. И я такую отследила особенность, что во время подготовки в этот раз как-то было легче. Может быть, уже опыт наработался, да, может быть, я организую несколько фестивалей и уже сама наработала опыт. Но вот именно этот праздник для меня всегда обладает особой энергетикой. Энергетикой радости, солнца, энергетикой природы и энергетикой людей, которые сюда приходят. Это необыкновенные люди. Они как-то каждый по-своему удивительны в плане того, что они здесь. Вот я наблюдаю, сегодня в процессе приходилось иногда просто наблюдать за людьми, как они здесь расслабляются, как они отдыхают, как они вообще вот просто, не побоюсь этого слова, кайфуют от воздуха, природы и атмосферы самого праздника. Ну, праздник для меня — это праздник народный, именно глубокий народный праздник единения с природой. Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Колокольни я упал, брюки новые сломал, рубашку белую погнул, ох, загнул я так загнул. Девок много, девок много, девок некуда девать, скоро лошади подохнут, будем девок запрягать. Самое главное, что мне нравится сегодня, это вот атмосфера праздника, которая царит, наверное, в душе каждого и на лице каждого. Вот это самое главное. Поэтому хотелось бы, чтобы таких праздников было как можно больше, чтобы наши жители Пензенской области и гости нашего региона видели, что мы можем проводить такие хорошие, достойные мероприятия, и чтобы эти мероприятия становились еще масштабнее. Ощущение сначала это было очень волнительно, конечно же, когда это все только начиналось сегодня, только зарождалось, все волновались, все переживали. Это было бы как будто бы вот узенький-узенький ручеечек. А потом раз, и русло реки раскрылось, и фестиваль зажил, и на сцену вышли замечательные, абсолютно все разные, но очень профессиональные коллективы. И задышалось легко, и заговорилось легко, и, наверное, вот в этом вся и суть. Не быть напряженным на таких мероприятиях, а быть полностью расслабленным и радостным. Вот «Купал Золотаревки», несмотря на то, что нам пришлось условно здесь работать, это не воспринималось нами как работа. Мы были как будто бы гости, которых удостоили чести поучаствовать еще вот в зарождении, в сердцевине этого всего. У меня недавно проходил свой фестиваль «Дыши», и у нас был день, посвященный тоже «Купале». «Купала на дыши» назывался день. Вот, тоже были хороводы, пляски, концерты тематические, мастер-классы с шашками и так далее. Вот, и очень приятно быть гостем фестиваля. То есть сюда я приехал как гость, чтобы отдохнуть от своего фестиваля, да, и насладиться атмосферой, люди, праздник. То есть приятная атмосфера. Форматы другие, немножко там у нас более погруженный был формат, а здесь более массовый, так скажем. Вот, очень здорово. Мне нравится то, что ярмарка такая большая, ремесленная. Есть что посмотреть. Интересно, много знакомых, наших друзей. Да, знакомых очень много. Интересно видеть многих людей, которые тоже как-то приобщаются к здоровому образу жизни, да, каким-то традициям и так далее. Ну, из давних очень знакомых много
приятно видеть людей. Для чего мы строим дом для гостей? Для живущих в нем хороших вестей, для рождения гениальных идей и, конечно, для любимых детей. Для чего мы строим дом? Для чего мы строим дом? Для чего мы строим дом для любви? Для того, чтоб за окном соловьи, для того, чтобы река молока и кисельные ее берега. Для того мы строим дом, для того мы строим дом. Для чего мы строим дом без ворот? Для того, чтоб всюду сад, огород. Для того, чтоб без особых хлопот процветал и умножался наш род. Для того мы строим дом, для того мы строим дом, для того мы строим дом. Для того мы строим дом. Для чего мы строим дом, а в нем печь? Чтобы было куда котику лечь, чтобы зимнюю порою ночной напевал нам из трубы домовой. Для того мы строим дом. 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 Ну вот прямо сейчас вообще половина фестиваля уже прошло, практически экватор, да, что можно сказать, фестиваль состоялся однозначно. Немножко мы опасались, несмотря на колоссально проведенную работу, огромные усилия, конечно, всего коллектива, всех моих партнеров, которым огромная благодарность. Видно, да, сколько людей, сколько радостных лиц. Действительно, ажиотаж небывалый. Погода, слава богу, не подвела тоже. Фестиваль состоялся. Что касается того, что люди могут видеть, что они видят на фестивале, важно отметить, что фестиваль многокомпонентный. Здесь есть несколько площадок интересных, которые работают во взаимосвязи друг с другом, привлекая внимание публики разными своими наполнениями. Это, конечно, такая стандартная фестивальная часть, наверное, уже сложившаяся на фольклорных фестивалях. Это концертная программа, но у нас вы можете заметить шикарная сцена совершенно. Очень хороший профессиональный звук, чего нам удалось в этом году добиться благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль не языческий, не христианский. Мы основываемся на развитии, на поддержании традиционной культуры. И даже вот именно действительно я на первом бы акцент сделал на развитии. То, что мы называем живой историей, живой культурой. Мы не ортодоксальные. Поэтому у нас, конечно, и классический фольклор, и присутствуют современные направления в фольклорной музыке тоже, рассчитанные, в общем-то, на разные предпочтения, вкусы аудитории. Но, тем не менее, мы стараемся прививать действительно правильный классический музыкальный вкус. В этой связи в этом году были нами приглашены очень серьезные коллективы, авторитетные вот в сфере филармонического искусства. То чем отличается наш праздник? Не только разнообразием площадок, да, это концертная программа, о чем я уже вскользь сказал, это тщательно отобранная ремесленная площадка. У нас очень много было заявок, но тем не менее мы смогли удовлетворить не все, потому что мы выступаем не как, ну, такой вот фестиваль, не в обиду будет сказано, торговой ориентации. Мы вот именно все-таки на первый план ставим музыку, концертную программу и исторические реконструкции различные. Поэтому мы рассматриваем
составляющую ремесленную, как одну из площадок, которая привлекает публику, которая должна, ну, в общем-то, радовать глаз тоже, давать какую-то информацию, пищу для размышлений, в какой-то степени даже такую музейную информационную нагрузку. Конечно, сейчас никто не останется равнодушным в хороводах. Это действительно правда, и для детей, для взрослых, для мужчин, для женщин одинаково это интересно. Кстати, так приходится перебрасываться, тоже вот говоря о площадке, которая вызывает неизменный интерес, и в том числе визуально очень большой интерес вызывает. Это активные игровые формы на площадке «Молодецкие игры», где ребята показывают, обучают, вовлекают людей в старинные игры. Хороводная игровая программа, конечно, будет подразумевать разные по форме хороводы, танцевальные программы, ну и в конце концов это, конечно, костер, прыжки через костер, это опускание венков в воду, куда же без этого, тоже связаны с этим различные гадания, конечно, ну и сам процесс, сама эта традиция очень красиво выглядящая, ну и у нас здесь замечательная речушка, медоевка очень живописная протекает, есть возможность эту традицию исполнить. Вот. Ну и завершит программу огненное шоу в исполнении студии сценического фехтования «Бранд», наших постоянных партнеров-реконструкторов. Они покажут вот огненное шоу, стилизованное под средневековый формат. Хороводная программа у нас достаточно большая, интересная. 3-4 часа мы каждый раз стараемся ее сократить, чтобы она была поменьше. Она все равно как-то разрастается у нас. Очень много активностей. Люди многие приезжают именно на хороводы, вот дожидаются вечера. Сейчас уже солнышко садится, и так жарко. И для хороводов самое время. Наши хороводы, они отличаются от этнографических тем, что мы адаптируем. Вот это хороводное движение для социума вот того, который сейчас есть. То есть для обычных нормальных людей, которые никогда в жизни не водили взрослые хороводы, потому что очень у многих хороводы ассоциируются с детским садом и хоровод вокруг елочки. Но на самом деле у нас, у наших предков была огромная хороводная культура. Хороводы водили на всех праздниках. Вечером, например, люди наработаются и бегут на улицу, собираются, хороводы поводили, опять всем радостно, вся усталость куда-то девается. И вот таким образом наши предки жили. Праздников было много, они, конечно, и работали много, ну и праздновали много. И в основном хороводы для чего? Они для радости. То есть пришли, подвигались, пообщались, похихикали, радостно, красиво, энергично, набрались опять силушки и пошли в следующий день. И таким образом наши предки были могучие, здоровые, крепкие, радостные, умели красиво шутить, умели праздновать, так что дым коромыслом стоял.
Алинкины глазки похожи на сказку, на белую сказку из детских снов. Она засыпала в ночь на купал, в ночь на купалу все сны про любовь. В ночь на купалу сны про любовь. Сны на купалу, сны на купалу. Она засыпала в ночь на купалу, в ночь на купалу все сны про любовь. Папоротька ветка ее расцветала, в ночь на купалу, в ночь на купалу. Ой да, ой да, в ночь на купалу. Ой да, ой да, сны про любовь. Ой да, ой да, сны на купалу. Ой да, ой да, все про любовь. Папоротька ветка ее расцветала, в ночь на купалу, в ночь на купалу. Сердце свое нежно растила, женскую силу, светлую силу. Ой да, ой да, в ночь на купалу. Ой да, ой да, сны про любовь. Ой да, ой да, сны на купалу. Ой да, ой да, все про любовь. Ой да, в ночь на купалу, ой да,